Привет, ребята! Все мы красавчики и любим полюбоваться в зеркало, особенно мужики. Да-да, мы запарились, посмотрели статистику, оказывается, девчонки смотрят в зеркало 16 раз в день, мужики 23. И, ребята, если женщины смотрят для того, чтобы поправить свой внешний вид, мужики просто любуются собой. А еще, ребята, каждый из нас, у кого есть домашний питомец, по-любому брал его в руки, подходил к зеркалу и хотел проверить реакцию, сможет ли он узнать себя в зеркало, ну или просто показать, смотри, какой ты красивенький. Так вот, ребята, за моей спиной зеркальные листы, таких у нас очень много, из них мы сегодня будем делать лабиринт и проверим, кто же лучше в условиях такого лабиринта сможет ориентироваться, кот, енот или такса. Но перед тем, как сделаем лабиринт, сделаем зеркальную комнату и вообще просто выясним, как же животные будут реагировать, оказавшись в условиях зеркальной комнаты. Погнали это проверять. Начнем тест нашей импровизированной зеркальной арены вот с такого вот милого пушистика. Погнали, бублик! Короче, бублик четко соответствует той статистике, которую мы находили, когда говорится, что мальчики только любуются собой. Вот и бублик подходит к зеркалу, рассматривает красавчика, которого там увидел в отражении, нюхает и идет дальше искать еще одного красавчика. Кот, лабиринт, хозяин. Бублик! Бонзай! Бонзай! Напугал бедного кота. Как тебе комната? Смотри, вообще прикольно, смотри. Я, ты. Мы с тобой как танцы со звездами. Смотри, можем вот этого кота, что в отражении, расстрелять. Ну что, бублик, понравилось? Реально огроменный лайк. Подписка, колокольчик. А мы поехали дальше. Летим. Кайп уже расположился наверху и готов. Давай, иди сюда, мой маленький, иди сюда. Так интересно, куча енотов везде, да, Хайп? Хоть первый раз в жизни енота увидишь. Ну, все, понял, что надо ко мне, да? На руки просишься? Забавно, что каждый раз, когда енот, он просто идет по прямой и думает, что можно идти дальше, но упирается в стену и приходится поворачивать. Оп! А теперь проверим реакцию енота, если я буду внутри вместе с ним в этой комнате. Что он будет делать? Погнали. Осталось забраться туда. Хайп, а ну отходи. Чё ты испугался? Блин, ну тут бомбезно просто. Я сам хочу тут оставаться. Хайп, ну зачем отсюда выходить? Здесь классно. Смотри, я. Иди, мой маленький, иди ко мне. Устал ходить по зеркальной комнате? С енотом получилось забавно. Переходим к лабиринту. Вот как эффективно совмещать умственную и физическую деятельность. Пока пацаны там крутят, вертят, я вот здесь вот рисую лабиринт, и он уже почти на бумаге готов. Надо будет это все перенести в масштабы. 5 minutes later. Чертеж готов, и можно схему будущего лабиринта наносить на зеркальный пол. Угораю просто. Стоят два дебила и втыкают. Ой. Идите занимайтесь уже, хорош. Давай. Оно реально прикольно, так у матово.
Конечно, за сегодня эту статистику в 23 раза посмотреть в зеркало мы сегодня жестко поломали. А теперь переходим к переносу лабиринта с бумажного варианта в размеры 2 на 2 на зеркальном полу. Погнали рисовать. Высота стен лабиринта будет 0,5 метра, а значит каждый лист нержавейки нам нужно разрезать ножницами по металлу вдоль. Погнали резать. На то, чтобы разрезать все листы металла, понадобилось около часа. На руке даже, блин, мозоль образовался. А теперь все эти листы нужно сформировать в панели, из которых будут стены будущего лабиринта. Погнали. Зеркальный лабиринт получился просто заглядение, причем и в переносном, и в прямом значении слова. Самое настоящее заглядение. Подходишь к лабиринту и не можешь оторваться. Столько зеркал вокруг, и прямые, и кривые. Миллион отображений на любой вкус. С виду лабиринт небольшой, размером 2 на 2 метра, но в то же время имеет несколько тупиков и даже одно круговое движение. Идешь ты такой по лабиринту, куча твоих отражений, и даже в полу, и поворот за поворотом. А кто это здесь оставил? И что там пишут? Подпишись. Ага, ты смотри какой. Кстати, лабиринт в зеркальном исполнении, это, ребята, именно ваша идея. Вы давно писали в комментах, сделай лабиринт, мы все читаем и все помним. Ставьте плюсик под видео, кто просил зеркальный лабиринт. Посмотрим, кому из вас мы угодили. Осталось совсем немного приготовлений и будем запускать животных. Пока собирали лабиринт, немного загадили пол, натираем до зеркального блеска и накрываем все строение сверху стеклом, чтобы кот, енот и собака модель такса ходили коридорами, а не читерили. Короче, ребята, первой пойдет в лабиринт моя собака Нона. Тупик. Такса собака охотничья, норная. По идее, лабиринт должна проходить на изи. Это как бы ее среда. Но, правда, есть один нюанс. Стены в норах не зеркальные, а потолки не стеклянные. Это явно сбивает собаку с толку. Походу, она еще не до конца может понять, что от нее хотят. С перебежками, с перерывами такса выбралась с лабиринта за 1 минуту 41 секунду. Это становится эталонным результатом, которое постараются преодолеть кот и енот. Дальше пойдет кот. Кот с криминальным погонялом Бублик. Сейчас посмотрим, сможет ли он опередить таксу. На старт, внимание, марш! Коты животные осторожные, и оказавшись в месте, где куча таких же котов, как он, Бублик растерялся. Что делать, куда идти? И решил, что лучше вообще не идти, а сидеть на месте. Хотя спустя минут 5 он все же решил перебраться в угол и устроил совещание с еще 3 котами. Котейка вообще двигался по лабиринту перебежками, но по большей части просто сидел на одном месте. Вернее, не просто сидел, а смотрел на свое отображение в зеркале. Причем непонятно, то ли он понимал, что это его отображение и просто любовался собой, то ли видел врага и пытался установить с ним зрительный контакт, чтобы давить на соперника морально.
пока тот не сдастся. И повторялось такое неоднократно, почти во время каждой из перебежек. Думаю, никому не интересно смотреть, как кот сидит на месте в разных точках лабиринта. Короче, прошло 34 минуты, пока котейка все же добрался до выхода. Он долго еще сидел, не решаясь пересечь финишную прямую. Ну да ладно, фиксируем ему время 34 минуты. А это пока почетное второе место. Пришло время самого любопытного из животных. Енот на старте и рвется в бой. Хайп со старта рванул в то место, где такса головой таранила стеклянный потолок лабиринта. Но быстро понял, что это тупик и делать там нечего. Зато енот угодил в нашу ловушку с круговым движением и несколько кругов кинул, прежде чем решился идти дальше по лабиринту. Кстати, Хайп, в отличие от кота, почти не рассматривал свое отображение в зеркале, а просто ходил коридорами. Итого енот прошел лабиринт за 53 секунды, что становится лучшим результатом, который наши домашние питомцы показали в зеркальном лабиринте. Енот занимает первое место на пьедестале почета. Всем победы! Пока-пока!